Зрители поблагодарили наши новости за неравнодушие. Осенью мы рассказали историю о женщине-инвалиде из Барнаула, которую хотят выселить из собственной квартиры за долги по коммунальным услугам. К нам в редакцию обратилась ее дочь, которая поблагодарила наш телеканал за участие в судьбе ее мамы. Благодаря общественному резонансу Светлане Шматковой удалось отстоять права на свое жилье. Сейчас семья просит откликнуться жителей краевой столицы с просьбой передать ненужную мебель или строительные материалы. В квартире много лет не было ремонта. В ней уже поселились крысы, блохи, пауки и мокрицы. Сама женщина работает лифтером и воспитывает сына-инвалида. Иногда семье не хватает денег даже на еду и лекарства. 500 рублей.